Встречайте Kia Rio X-Line. В Стерлитамаке состоялась презентация нового кроссовера. Горожане могли опробовать автомобиль в тест-драйве и получить ценные призы. Эффектный внешний вид, впечатляющий интерьер, просторный и уютный салон, высокий клиренс и защитный обвес по периметру делает новый Rio X-Line универсальным автомобилем. Он создан как для загородных путешествий, так и для городских поездок. Стильный боковой молдинг защищает двери от царапин и вмятин. Рейлинги на крыше позволяют установить внешний багажник или закрепить объемный груз. Вместительный багажник. Предусмотрены теплые опции. Обогрев руля. Интерьер нового Kia Rio X-Line детально продуман. Гости презентации по достоинству оценили качество и удобство нового кроссовера, пройдя тест-драйв. Очень понравилось, машина мягкая, дорогу держит хорошо. Больше всего меня поразили тормоза. Автомобиль, в принципе, отвечает всем заявленным характеристикам. Достаточно комфортный, вместимый. Более вместимый, более комфортный, чем предыдущая Kia Rio. На презентации состоялся и розыгрыш ценных призов. Ужин на двоих, абонемент в фитнес-клуб, смартфон и многое другое. Главный подарок сигнализации Starline достался очаровательной автоледи. Даже не надеялась, но решила все-таки дождаться 5 часов и остаться. И очень довольна, конечно же, подарком. А по поводу машины могу сказать, что она... В принципе, устойчивая, очень комфортная, очень легкая в управлении, изумительная. Я каталась на полной комплектации. Коробка-автомат вообще изумительная. Мне очень понравилось. Новый Rio X-Line представлен в 4 комплектациях – комфорт, люкс, престиж и премиум. 2 последние модели оснащены двигателем 1,6 литр мощностью 123 лошадиные силы. Пройти бесплатный тест-драйв можно у официального дилера Kia Стерлитамак по адресу улица Западная, 9.